Всем доброго дня. Рассказываем вам отличие легенды с покрытием стекло и с покрытием под поликарбонат. Начнем с технической части. Значит, теплица шириной 3 метра бывает. Легенда бывает вообще шириной 2, 2,5, 3, 4, 5. Ну и 6 изготовим, если кому надо. Шаблон у нас до 5 метров. Высота стен, значит, до 3 метров 1,80 м. И у 3 метров высота в коньке 2,80 м. И пошли больше 4 метра 3 метра, 2,95 м быть точнее, и 5-метровая 3,20 м. Соответствующий каркас изготавливается из оцинкованной трубы трех видов. Акцент делал 40 на 40, 20 на 40 и 20 на 20. Теперь рассмотрим, чем отличие. Шагом метр. В чем отличие с покрытием? Первое, это, конечно, торец. Пойдемте зайдем вовнутрь и посмотрим. Обратите внимание, торец у торца, который идет под крепление по сотовому поликарбонату, у него идет торец, перемычка 40 на 41 горизонтальная. И стойки все рама из 40 на 40 для большей жесткости и чтобы закрепить дверь. Обратили внимание, да? Эта дверь открывается, здесь рама, видите, 40 на 40 труба и алюминиевая рама двери. Когда, значит, приходится ставить, видите, смещенно немножко, для того, чтобы стекло, база, крышка шла вровень красиво. И применяется 20 на 40 еще. У поликарбоната оборачиваемся, смотрите, больше перемычек. Раз, два, три. То есть для большей, чтобы какая-то теоретическая, чтобы не хлюпало. Для большей жесткости, для большей площади опоры поликарбоната. Видите, совсем другому. У них уйдет уже рама из 20 на 20 и 20 на 40. Вот видите, здесь уже идет 20 на 40. Это отличие по торцам. По креплению, значит. Стекло крепится с помощью вот такой базы крышки. Обратите внимание. Вот видите. То есть сначала ложите основание, в нее вкладывается стекло, потом сверху ложится база, защелкивается. Что еще? Потом еще ставится вот такой отлив. Вот здесь он крепится саморезом, видите? Чтобы стекло не съехало. Это декоративный уголок, то есть идет основной перелив, который также стоит в теплице с поликарбонатом. А это отлив, чтобы закрыть стекло вот здесь. Видите? Идем дальше. В стеклянных теплицах невозможно установить форточки или надо только ставить окна. Как у вас в квартире или еще что-то. То есть ставится дверь, как мы видим. Или же вот форточный блок в коньке, треугольный. Другие просто не поставить. И то приходится стекло разрезать пополам и тут треугольнички резать. А, например, в теплице из поликарбоната все наоборот. Можно установить как проветривание треугольники, как и вот форточка такая. Также можно в стене врезать форточку. Можно поставить дверь разрезную, то есть форточку в двери со стеклом, этого не сделать. Вот в чем разница. Дальше, по фундаменту. Фундамент для стекла, конечно же, мы рекомендуем из бетонное, капитальное, потому что если поставить брус, все равно его со временем, он может потрескаться, его может быть выворачивать начать, или у вас просто начнет прогибаться, и тогда может стекло лопнуть или выйти из крепления. Тогда мы гарантии не несем, поэтому в основном ставится на ленточный фундамент. Дальше. Если стекло, идет вот такой уголок опорный для стекла. Видите, 50 на 50, на него ставится, опирается стекло. Дальше. В поликарбонатной теплице поликарбонат крепится к брусу сбоку. Если у вас бетонное основание, то тогда нужно ставить такой же отлив, чтобы поликарбонат крепился к низу. Вот вроде бы все. Да, под стеклом можно еще установить вот такие двери купе аккуратные. Видите, так ездят. Тут вставляется стекло, она опирается вот сюда, обратите внимание, вот на эту планочку стекло опирается, а второе ставится изнутри, здесь такие специальные пластиночки, которые ты тоже опирается вниз. Вот так вот она работает. Ну, один минус, конечно, есть, это уголок, по которому она ездит, видите, вот здесь вот. Можно о него оступиться. Вот.
смотрели. Видите, обратите внимание. 25 на 25. Полозью так называемую. Вот, вроде бы все рассказал, показал. Ничего сложного. То есть еще закрепим конспект. В чем разница? В торцах. То есть, если вы покупаете поликарбонатную теплицу, вы ее не покроете стеклом. В комплектации. То есть, база, крышка — это одно. Плюс еще проклеиваются резинки, чтобы не было контакта с металлом. Чтобы стекло не треснуло. Еще уплотнитель, а самая клеящая резинка ложится. Переливы вот эти декоративные. Например, на поликарбонате крепление идет вот такое. Смотрите. С помощью шайб. Видите? И вот поверху. Обратите внимание. Тут перелива никакого нету, не ставится. Смысла его нету ставить. Его поликарбонатом вывернет, когда будет тепловое расширение. Ну и проветривание. То есть у стеклянной теплицы дверь цельную или в торце форточку надо будет дозаказывать. Или форточки в коньке. В поликарбонате намного все проще. Можно кучу, масса вариаций. В стене форточка, в коньке, фрамуга в коньке, форточка в дверях, форточка в торце. То есть огромные варианты комплектации. Ну вот, вроде бы все рассказал. Так что смотрите, ставьте палец кверху, пишите комментарии, ставьте лайки. Всегда, всегда вам рады и расскажем все, ответим на все ваши вопросы. Всем пока!